вот над кошками. Это издевается он над ними. Зачем? Вот ёшка, да. Кормит их. Они на природе должны жить. У меня вот дикие вот собаки, вот дикие. Я вот, чтобы погладить собаку, вот, и, вот щенка вот этого, он убежит, он не будет ласкаться. Он сразу убегает. Они ко мне не ласкаются, как-то не так. А когда мясо, ты, ой, вообще, вот тогда подходят только. А так не подходят. И они сами по себе, я сам по себе. У меня задача, и как у Куклычева, Куклычев, вот как бы сказать, чуть-чуть издевается над животными. Он то делает с ними, это, вот, вот этого нельзя делать никогда в жизни. Животное само на природе сделает такое, что он, вот Куклычев, он будет делать сколько, никогда так не сделаешь, как в природе они делают. А там щевыщик такие кульки делают, что это далеко-далеко за пределами, в общем. А я это все смотрю и наблюдаю, да, в общем. И вот собаки, меня они любят. Они меня очень собачки любят. Вот. Вот это самая вот такая... Ее все обижают собаки, эту собачку мою, да. Но я стараюсь, никто, чтобы здесь никого не обижал, самое главное, вот все. Вот слежу за этим только порядком, чтобы никто никого не обижал. И так, вот они у меня вот, только к этому приучаю. Я только к добру приучаю. Ну там подерутся чуть-чуть, ну не даю, чтобы там шкуру что-то порвали. Ну, иногда не уследишь, ну, всякое бывает в этом мире, да. Все не уследишь, держись за всеми. Вот у меня сейчас вот... Вот Буську убили. Я Буську не стал хранить, где ее как бы убили, там она остается. Я сейчас не... как-то раньше хранил, это хранить природа не дает мне. Вот она как говорит, это ты неправильно делаешь. Она должна валяться, ее. И вот сейчас вороны прилетают. Вот я сколько насчитал. Где-то 10 воронов, потом несколько ворон, 2 сороки, вот эту, они Буську мою доедают. Короче, они про внутренности, вот эти кишки, все вот это поедают, вот это все. Вон она уже объедена, там уже осталось только зад есть и голову, все мозги выклюют, и все. И, короче, как бы вот моя Буська уже будет это... как вороны летают, вот Буська у меня наверху будет, там, я если сорок увидел, о, это значит Буська моя, о, там, ворону увидел, а, это Буська моя летает, вон она, Буська моя, вон она, вот сколько у меня Бусек появилось, вот который убил вот эту мою собаку, да, он думал, ну как, он убил, у него же пистолет был, он так хладнокровно ее, видать, стрелял, он удовольствие так получал, когда у ней кровь полилась, вот он удовольствие получал. Он и это думал, что я вот, мол, буду страдать, ну, из этой собачки. Не, он ошибся вообще. Вот этот, который стрелял, этот самый трусливый, поганый человек был. Он стрелял, этот человек. Это как, вот на Украине они там фашизм...